Ну, всем привет! Идем гулять. 30 градусов жары, оказывается. Сегодня у нас такое 26 мая, да? Да. Вот так вот одетая. Да, и при этом с кашлем. Повернись. Вот, в новых сандаликах сегодня. В спортмастере мама купила. И вот эту вот Вайкики футболочку. Все. Ой, мама один-единственный раз разрешила с распущенным волосом пройтись. Потому что не сделала на себе заколки. Иди вперед. Дитё! Мама заплела косичку, она вся лохматая была. Потом разлохматилась. Вы брожуля? Мы еще чай взяли. Чай взяли, да. Целый термос у нас. Целый поход по городу. Да. Небольшой термос. С чаем. С чаем. С медочком. Да? Да. Покажи, что еще взяла. А-а-а, русалку и корову, да? У меня в рюкзаке еще есть игрушки и кофта. У нас тут еще вот в конце мая еще ничего не посадили. Сегодня плюс 30 градусов. Капец вообще. А послезавтра опять похолодание будет. Кто-то тут накидал голубям еду. Идем по центру города, ничего особенного красивого нету. Ни цветов еще. Да? Да. Вот только одна модель у нас идет. Моделя? А, моделя? Как у тебя дела? Нормально. Нормально. Мама прикалывается. Решила тут полазить, да? Значит, ну мы недолго только будем здесь. Хорошо. Обычно я и не разрешаю с распущенным волосом. Ну ладно, сегодня один день пусть походит, потому что волос очень тонкий. Thank you.
Катя тут пьет чаек. Вот видишь, я вот ровно держу, стараюсь. А ты дергала туда-сюда вот так телефон. Доча училась маму снимать. Пей, пей, там чай с травами, с медом. Чуть разлила, но ничего страшного. Хороший чай? Угу. Класс, да? Мы решили вот такой термос с собой брать. Чай с медом, он слаще. Да, потому что у нее кашель, надо его этот кашель вымывать травами. Да, ну не капай на себя. Еще себе нальем. Еще нальешь? Давай, налей. Ну, над кружкой прям держи. Все? Да. Вы довольны? Да. Мадам. Стоп. Не хочу. Да. Да. Молодец! Всем привет! Мы тут вот проходили с вами погулять чуть-чуть. Сегодня 28 мая. Вчера было жарко. 27-е? 27-е, значит. Вчера было плюс 30 жара. А сегодня вообще... Капец. Просто. Предупреждение было. Синоптиков, а МЧС было предупреждение, что будет очень сильный ветер холодный. Так, дерево. То ли яблоня, то ли что. Вот какое-то дерево. Сирень сейчас расцвела. Подаю. Наверное, яблоня. В общем, подойдем, потом посмотрим. Вот оно, это дерево. Яблоня. Красота. Вот такое ветрище. Градусов 10, наверное, может меньше. Потому что холодно. Ор, ор, ор.
Холодный ветер. Машина проехала. Я и не слышала, как она ехала. Вон там вишня. Вот такая холодрина у нас. Все зацветает, не дай бог, еще будет заморозок. Все ж погибнет. Вон они, кустики. Красота. Красотень. Вот этот что-то погибающий кустик. Представляете, хотела рассказать историю давно. Как давно? Недели две уже. И вот сейчас вспомнила. Там качели вон скрипят, бегают девчонки. Вспомнила и расскажу. Меня знакомая моя недавно шла по центру города. Было тепло. И видит такую картину. Вдруг летит сверху камень. Этот камень, ей сначала показалось, что это камень, а потом оказалось, что это орел, стервятник. Ну, как, в общем, большой орел. Схватил, вот шел по земле голубь, он его схватил как-то там, когтями своими, там все происходит в центре города. И давай, вот так его поднимает, вот так, вверх поднимает и бьет об землю. Поднимает и бьет об землю. И прилетела ворона. И давай, значит, кричать на этого голубя и вступаться за этого... Ой, не на голубя, на орла. И, короче, она пыталась в драку влезть с этим орлом. То есть отбить этого голубя. Можете себе такую картину представить? Я говорю, почему ты не сняла на видео, на телефон? Она говорит, я, говорит, остолбенела, говорит. Орел начал разрывать этого голубя. Там облетели, какое у нас метрище. И прилетит. А ворона же, она же кричит. И прилетели еще три ворона. И начали клевать этого орла. То есть они как-то подлетали и дрались с этим орлом. Можете себе представить вот такое? Она на таких эмоциях мне все это рассказывала. Я говорю, слушай, ну у нас тут чайки бывают иногда, да? Когда им кушать нечего там на озере, они сюда прилетают. Ну, орлов я здесь не видела ни одного раза. Она говорит, да, вот такая вот удивительная история произошла. В конце концов, конечно, орел победил, но там, говорит, столько крику было, вот этих ворон. Это, говорит, что-то было необычное вообще. У нас сейчас необычный вот такой вот ураган творится. У нас было 22 мая, было, здесь тоже был ветер, но в Астане там было вообще... Ужас, что там разрушения были. Теперь вот у нас холодрига. И вот тут вот сирень у нас расцвела. Это называется 27 мая у нас. Ветер сильный был. Сейчас затих чуть-чуть. Ну и как? Классно пахнет. Понюхай. Холодрыга вообще. Понюхай, мам. Да, я понюхаю. Ну-ка.
Ой. Ой, не могу, поснимай меня. Так. Вот. Ну-ка, я попала или нет? Подожди. Сейчас. Я только сейчас нажала. А. Так. Нюхай. А. Красота. Ой, как я люблю сирень вообще. Я тоже. Кстати, я в одной книге читала по аюрведе, что вот эти вот цветы сирени помогают при приступах эпилепсии. Это еще не очень крупная сирень. Бывает крупнее. Ну что, пойдем дальше? У нас на даче раньше и белая, и всякие там росли. Крупные, мелкие. Ирисы зацвели. Ну и как тебе запах? А? Классный? Сладкий. Сладкий? Да. А ты все понюхала? Я только один понюхала. А еще все понюхай тогда, если сладкий запах. Я раньше в Алмате какие только ирисы, каких только расцветок не сажала. Очень много сажала. А это у нас, даже не знаю, лиственница это что или что, что за дерево? Я не хочу. Не хочешь нюхать? Кто знает, напишите в комментариях, что за дерево такое. Что-то там гнезда. А? Где? Где, где? Я не вижу. А, вон он. Я выше смотрела, как будто бы не видно. Вот такой домик. Ну что, пошли дальше? Пошли дальше.